Оленька, большая у тебя яркая жизнь, уже отмечаешь свой, можно сказать, серьезный первый юбилей, а ты все такая же молодая, прелестная, умная, красивая, добрая, необыкновенно отзывчивая, ну, олицетворение всех достоинств, какие могут быть у женщины. И потому мы тебя так все любим, и тебя Бог наградил такими дарами, и ты отвечаешь ему своими добрыми делами. Их так много, они такие яркие, запоминающиеся, что тебя все, абсолютно все любят, уважают и сегодня поздравляют с днем рождения. Мы тебя очень любим. Будь здорова, многое лето. Ура! 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 Нет, ура! 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 Дорогая моя Ольга Владимировна, поздравляю вас с вашим праздником, с днем рождения. Желаю вам здоровья, вам, вашим близким, всех благ. У нас с вами, конечно, сезон один круче другого, но с вами ничего не страшно. Поздравляю с тем, что было, конечно, много интересных дел и всего интересного и хорошего происходило уже. Но самое главное, что будет еще не меньше, а мне кажется, еще и больше. Поэтому вот мысленно поднимаю бокал за этот юбилей, за то, что будет после этого юбилея хорошего и полезного, и интересного. Мы вас очень любим. Вы самые необыкновенные. Хочется вам пожелать, Ольга Владимировна, пусть ваши желания все исполнятся и будет крепким здоровье в наше непростое время. И мы еще, наш весь отдел присоединяется, солисты, к моему поздравлению. Все вас очень уважают и хотим вам пожелать огромного счастья. Ольга Владимировна, это восторг. Мне несказанно повезло в своей жизни работать вместе с ней. Я желаю ей ярких, удивительных мгновений в жизни. Я вас люблю, я вас уважаю, я вами горжусь. Здоровья вам и вашей замечательной маме. Ольга Владимировна, от сотрудников электроцеха поздравляем вас с юбилеем. Желаем счастья, благополучия вам и вашим близким. И как можно больше здоровья. Мы безумно благодарны вам за возможность работать на таких потрясающих мероприятиях с музыкантами мирового уровня, решать различные творческие задачи, которые с каждым годом становятся все интереснее и сложнее. Огромное вам спасибо за такую возможность для творчества. Но, как и всегда в нашей профессии, лучше любых слов может сказать только музыка.